Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto E7 Power войти в безопасный режим. Зажимаем клавишу питания, далее зажимаем клавишу выключить и нажимаем ОК. Как вы видите по надписи в левом нижнем углу экрана, мы находимся в безопасном режиме. Чтобы из него выйти, просто перезагружаем наш телефон. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!